Это фонограмма? Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму. Огни! Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Це вже тільки акапелла. Продовжайте. Аїда готова заспівати, от тільки що зараз почують наші судді. Можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Не, эту же, да? Эту же? Эту же. Эту же только акапелла. Продолжайте петь. Прости у облаков. На самом деле комплименты говорить труднее, чем критиковать. Ну потому что когда все хорошо, и так все ясно. Че разглагольствовать? Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму. Замечательно все было. Просто. Спасибо. Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму. Что на вашем голосе есть эффект. Но у вас такой волшебный тембр, и вы настолько умело пользуетесь голосом. Звучит как диск, как аудиозапись, как готовая аудиозапись коммерческая. Понимаете, в чем дело? Спасибо. У вашего голоса есть чарівний эффект. Викликати симпатію. Невероятно здорово. И глаза, и внешний вид, глубина невероятная.